Всем привет! С вами Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. И мы продолжаем нашу серию утренних вдохновяшек. Сегодня выходной, у меня было свободное время. Вы знаете, на праздниках, наверное, все уже знают эти шуточки про оливьешечку, про потолстение и все остальное, но в период праздников мы такие привыкаем кушать что-нибудь вкусненькое, хочется чем-то себя побаловать. Сегодня выходной, у меня есть свободное время, и я таки решила побаловать себя и своих близких чем-нибудь, какими-то вкусняшками. У меня давно лежал рецепт, еще не испробованный рецепт веганского брауни. Вот сегодня утром я решила его приготовить, и пока моя семья еще спит, я лично колдую на кухне. Если посмотреть вокруг, наверное, не буду показывать, то колдую сказано очень скромненько вот до того, что тут происходит, но могу вам показать вот частично то, что у меня уже получилось. Это основа для брауни, она сделана из фиников, орехов и кэраба. Вот, а вот здесь в кастрюльке у меня еще глазурь. Мне осталось залить свой брауни глазурью, и останется только ждать еще 2-3 часа, пока он в холодильнике настоится. Но тем не менее, вот такие сегодня у меня изыски на кухне. Надеюсь, что моим близким понравится. Хотя, если честно, не очень моя семья пока еще любит какие-то веганские рецепты, но я их пробую, пробую разные вещи, чтобы подобрать, что подойдет как мне, так и моей семье, что вкусное, что не очень. Ну вот, и будем пробовать и составлять свою такую меню веганского питания, более-менее здорового. Вот, для меня приготовить что-то, покушать — это всегда какая-то вот такая радость. Для меня это проявление меня, моего творчества. Я с детства у мамы собирала все продукты, готовила трехэтажные торты, пекла. Мне всегда было интересно, как это испечь трехэтажный торт и так далее. И для меня это мой источник вдохновения, ну, особенно в предвкушении того, как моя семья будет кушать и, надеюсь, наслаждаться приятными вкусностями. Так же, как и, в частности, я, тоже хочется чего-то вкусненького. И эта штука, кстати, не сильно калорийная, по идее, должна быть, по крайней мере, без муки, без сахара, и такая должна быть здоровая и, надеюсь, что вкусная. В общем, вот так заряжаюсь я, у меня это меня заряжает, вдохновляет, дает мне прекрасное настроение, и надеюсь, что порадует и моих близких также. Таким образом я себя радую, радую своих людей, близких вокруг. Находите и вы что-то для себя такое приятное, полезное, интересное, что вас радует, на что вы можете с удовольствием потратить свое время. И с вами была Маша и полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.